Мне кажется порою, что солдаты с кровавых не пришедшие полей не в землю нашу полегли когда-то, а превратились в белых журавлей. День Победы. Великий праздник для всего нашего народа, для всей русской земли. В этом году мы отмечаем 75-летие победы над фашистской Германией. Мы никогда не должны забывать героического поступка, который совершили наши отцы и деды во имя чести, свободы и жизни наших детей, внуков, правнуков. Хочется верить и надеяться, что наши настоящие и будущие молодые поколения будут чтить и уважать этот важный для нас всех день. В преддверии праздника 9 мая хочется в первую очередь пожелать всем мира. Ведь нет ничего важнее и ценнее человеческой жизни. Слез матерей, искалеченных судей, миллионов людей. В настоящее время осталось так мало тех людей, которые имеют непосредственное отношение к этому празднику, тех, кому мы можем лично сказать спасибо за их подвиг. Мы чтим славную память тех, кто не дожил до этого славного дня, тех, кто навсегда в нашем сердце живут и остались навсегда, наших отцов, дедушек, бабушек, наш бессмертный полк. Моя бабушка Савина Мария Тимофеевна, 22 августа 22 года рождения. Прошла свой боевой путь с 41 по 44 год. С первых дней войны она пошла на фронт, была зачислена в школу связистов. В 14 году я случайно прочитала воспоминания краснолучанки Екатерины Романовской, которая в своих воспоминаниях писала, что она и еще две молодые девчонки-краснолучанки были зачислены в школу связистов, были направлены в город Ростов. Потом сразу были зачислены в 169-ю стрелковую дивизию, а в дальнейшем распределены батальон связи. Был штурм Сталинграда, был форсирование реки Днестр. Она прожила достойную жизнь, она воспитала детей, она радовалась успехам своих внуков. Да, она не дожила уже до правнуков, но нынешнее поколение, ее правнук с гордостью нес ее портрет и принимал участие в акции «Бессмертный полк». Спасибо за победу! Я в руках держу письмо, датированное 24 июля 1944 года, отрывок из которого я хочу вам сейчас зачитать. Близок час окончательного разгрома фашистской машины. Возможно, скоро в бой пойду, но буду помнить о вас. Данный бой и данное письмо – последнее, написанное моим дедом Зайвовым Валентином Ивановичем, который пошел на фронт в 17 лет и погиб под селом Киш в Венгрии 7 декабря 1944 года, защищая нашу Родину. Мой прадедушка Мороз Дмитрий Федорович проживал в Винницкой области Украинско-Советской Социалистической Республики. На фронтах Великой Отечественной войны пребывал с первых ее дней, освобождал Центральную и Западную Украину, а также Восточную Европу. В одном из боев в Румынии, в городе Бузел, мой прадед в ходе наступления возглавил взвод, который поднял в атаку, лично уничтожил 8 фашистов, выполнил боевую задачу, кроме этого вынес на себе из поля боя 2 тяжелораненых бойцов с их личным оружием, вследствие чего жизнь была сохранена. Из основных наград моего прадеда 2 ордена Красной Звезды, орден Славы 3-й степени, медаль за отвагу, медаль за победу над Германией. Несмотря на все послевоенные трудности, прадедушка с прабабушкой вырастили и воспитали 5 детей. Я горжусь своим прадедом. Мой отец, Галинка Петр Тимофеевич, начал свой боевой путь еще с Финской войны. Затем, в 41 году, был участником обороны Москвы. Имеет награды. Был ранен, служил в войсках по охране военных объектов. После войны продолжил военную службу. В запас был уволен в звании капитана. Память о нем всегда в наших сердцах. Жизнь идет, времена меняются, но при этом прокуратура города постоянно чтит память о предках, родственниках, сотрудников, которые в настоящий момент уже не работают в нашем учреждении, таких как Мухамедов Ибрагим Шарипович, Савенков Николай Лаврентьевич, Крюков Семен Александрович, Литвишко Дмитрий Петрович, Скоробогатов Григорий Алексеевич,
Мы помним, гордимся и чтим подвиги наших героев. Я хочу поздравить всех с наступающим Днем Великой Победы. Пожелать всем мирного и светлого неба над головой, чтоб росли без тревог наши дети. Чтите память народа, храните историческую память, несите молодым поколениям. Поклонимся великим тем годам.